Тихо. Может, это из-за ветра? Нет, она сам механизм поворотный устроен так, что он микроповоротами ее поворачивает. В общем-то, нам нужно сделать просто там один-два полных круга каждого предмета и все. Очень красиво, кстати. Мне нравится, как это выглядит. Один полный круг. Ну вот 25 секунд – это один полный круг, по идее. Уже полтос прошел. То вот минус 2 записывается, меняется предмет. Минус 2 записывается, меняется предмет. На той же фазе, как она остановилась, чтобы он прошел. Немножко она трясется, в этом нет никакого прям уж пипец технического дефекта. Главное, чтобы мы с тобой в хроме не остались смотрящими. Потому что зеркальные поверхности, они отвратительны. Но это просто такая конкретно... Ну, думаю, вот сейчас эта штучка доедет, он до этого края тормозну. Подожди, что еще тряска ушла. Я тормозну. Это вот такая вот геморройная работа. Да нет, не интересно. Ну, тебе да, в новинку.